Что это такое? Это твое моноколесо? Да, мой транспорт. У тебя сейчас зарплата, я так понимаю, маленькая стала, да? Зарплата это вообще волонтерство, а не работа. Ну расскажи, что это такое? Это моноколесо, я на нем просто езжу. А, это не чемодан. Это самый удобный вид транспорта, на самом деле, самый сейчас, ну, из всех видов транспорта электрических, он самый, самый удобный, потому что он компактный, потому что большое колесо, он достаточно мягко прыгает по всем штукам, нас стреляет 25 км в час, 40 км запас хода, это супер маневренное устройство. А что ты рассказываешь, покажи. Да хорошо, пока, а я не умею. Я просто его вожу за ручку. Смотри, я так слышал, что в политике рассказывают не всегда то, что знают. А что тебе, ну вот еду, вот так я езжу, вот. Ну, езжу. Цифровой трансформации быть. Смотри, на самом деле, я в Харькове вообще не, там машиной редко пользуюсь. Здесь я просто живу недалеко от Кабмина, поэтому 10 минут, 15 минут ходьбы, поэтому я езжу там коротко. Ну что, пойдем? Я тебе хоть поесть купил. Да, спасибо. Может, мы оставим на охране внизу тут? Ну зачем? А он тяжелый? Ну, попробуй. Ну такой, ух, ни хрена себе. Извините, а можно у вас запарковать колесико на часик? Он не кусается, мы веди себя прилично, пожалуйста. Ну не факт на самом деле. Ну что, Вадим Михайлович, каково оно вернуться сюда? Мы с тобой встречались как раз год назад. В марте ты еще не был в Минцифре. Ну, как раз это был карантин. И мы... Прям накануне, по-моему, или прям во время? Во время карантина, да. Во время, то есть мы тогда как раз не соблюдали с тобой. Все, не-не, мы просто все ведут прямой эфир, мы в онлайне где-то делаем. Нет, мы с тобой здесь записывали для экспресс-франшизы, если помнишь. А, да, но это было еще, да, за какое-то время до. Да. В общем, год назад мы с тобой собирались, и вот спустя годик снова. Как вообще годик прошел? Ходик. Ну я понял, у тебя, не знаю, о личных событиях можно говорить? Смотри, ну если о работе, о личных можно, ну то, что я развожусь, ну это как бы мы в очень хороших отношениях и как бы просто решили жить по жизни, построить по отдельности, попробовать. Да. Ну, может, потому, конечно, может быть, потому что я этот годик меньше времени проводил. Вот, А где ты проводил больше всего время? Так и здесь же, вот под. Вот здесь? Здесь. А, это ну, вот тут, в Киеве. Мужик, я видел, спал все время возле офиса. Это ты был, да? Угу. В Киеве. Ты стал уже киевлянином таким? Ну, я езжу каждые выходные езжу в Харьков. Ну, вот сейчас раз в два выходных. Ну, там ребенок, я его за ним очень скучаю, поэтому летаю к нему. Слушай, это не интервью, Вадим, это вот у нас такие ламповые посиделочки, да я знаю, мы поболтаем, а вы потом выложите. Потереть. Вы потом выложите. Выложим обязательно для этого все дела. Слушай, такая у нас чисто ламповая компания, без, напомню, формат без монтажа практически, не паримся, сняли сразу на YouTube, наконец-то купили франшизу за интервьюера, который, знаешь, с карточку вынимает с фотоаппарата и в YouTube относит. Так там работает. У нас тоже теперь Толь, кстати, тоже скоро будет у нас. Да, кстати, ну это, знаешь, я вчера смотрел про Amazon, как построена бизнес-модель, и для меня был инсайт в том, что ну, все основные игроки на рынке использовали доставку сегодня на завтра, а Amazon сказал сегодня на послезавтра. То есть это им дало, ну типа, супер экономию на всех костах, то есть самолеты по-другому летают, машины по-другому ездят, и они как бы стали сильно дешевле, за счет этого они, ну говоришь, оптимизация издержек. То есть они... Для клиента это же хуже стало в итоге. Нет, в одном стало хуже, зато они получили ресурсы для того, чтобы во всем остальном сделать супер идеальный сервис. Это как помнишь стратегия Голубого океана, когда ты не можешь быть... Не писать в Голубом океане. Какая стратегия? Это стратегия лыжника. Так, и что? Да, извини. Ну и получается, у тебя модель, в которой ты в чем-то делаешь хуже, знаешь, как, например, там магазины, которые сужают ассортимент, но при этом они, типа, дают лучшую цену, все оптимизируют. Это как стратегия Фрешлайна. Меньше ингредиентов, но дороже цена. Да, ты же знаешь, наша идеология... Как сделать так, чтобы корова давала больше молока и меньше ела? Ее надо больше доить и меньше кормить. Слушай, это, кстати, про то, как вот там идет работа в смысле, когда у тебя маленькая команда,
и стартап, и колоссальный объем, масштаб задач, ты понимаешь, что ты можешь, единственное, что ты можешь сделать для того, чтобы там сделать эту революцию цифровую, то это, ну, просто намного лучше и больше работать, и чтобы твоя команда тоже была прям, все были джедаями, только джедаи, знаешь, если ты не джедай, то ты, ну... Так, давайте, у нас здесь без монтажа, поэтому титров не будет, я напомню, как меня зовут, значит, Роман Кириллович, это я, вот, этой салфеткой я буду вытирать, потому что у нас сегодня еда будет. Ага. Представляешь? И не из фрешлайна, слава богу. Вот. И, конечно же, Вадим Михайлович Бортник. Вот, зеленым таким цветом, как фрешлайн. Как мой цвет лица, да. После года работы в министерстве цвет лица. С каким лицом уходили посетители фрешлайны, вот с таким цветом, значит. Ничего, что я так, да? По-доброму. Смотри, ну, как бы, скажем, не туалетное. Ну, Дия у тебя перестанет работать. Смотри, я не могу это принять, потому что у нас в государстве стратегия paperless. Поэтому мы документы, бумагу. А теперь представь, что это твоя салфетка до конца жизни. Вот как бы береги ее. Единственное, чем ты будешь вытирать. Вот, во всех смыслах. Смотри, у нас, значит, с чего начнем? А вообще какая логика того, что происходит? Нет логики. Домашний посидел. А, то есть это обычное твое интервью. Никакой логики. Как моя жена говорит, любой твой танец — это танец живота. Любое твое интервью — нет логики. Нет логики, нет подготовки и вопросов. Слушай, с чего начнем? У нас есть винчик. Я сегодня его выбрал тоже с помощью приложения Vivino. И, конечно же, не в последнюю очередь благодаря обложке. А знаешь, на медне было такое, у него тоже с вином там делал. Да, он с вином, мы это сперли оттуда. Ну, мне понравилось, что здесь рыбка, она, значит, у нее есть сердце. А можно рыбку к вину? Нет, только вино. Рыбка у нас, кстати, будет, у нас суши сегодня. Вот. А, кстати, у нас оператор Андрей не ест рыбу. А рыбу с сердцем ты ешь? Да, сказал. Вино будешь? Ну, если это обязательно. Нет, я тебе могу налить, ты можешь его просто нюхать. Ага, хорошо. Дима... Это я могу. А, ну белое? Белое сухое будете? Да, насыпайте. Не, Вадим, не обязательно, я не заставляю пить. Я просто буду, как бы, просто обижусь, а так все нормально. За знакомство. А сегодня 10 лет нашего знакомства, да? Сейчас сюрприз какой-то, мама твоя придет. Вот, кстати, в этой комнате я первый раз у вас консалтинг купил. В той. Этой комнаты нет еще. Она похожая по размеру, да, но... Такая, да? В той? Да. Так, и смотри, значит, у нас сегодня... Ты же заметил, как Франш ТВ плавно превратился в кулинарный канал? Не то чтобы я смотрел, да? У нас сегодня суши. Будем есть с тобой суши. Ну, опять же, если хочешь. Любая недоеденная рыба пойдет на съедение, значит, оператора. А product placement будет? Богатый лосось — это наш клиент, мы ему сейчас франшизу делаем. Ага. Кстати, очень крутая... Богатый лосось? Богатый лосось. Почему богатый лосось — это ты, они. Почему ты именно меня, знаешь, это почему ты именно меня позвал? Знаешь, так? Это книга есть «Богатый лосось, бедный лосось». Богатый лосось и меня пригласил, да? Ну, выбери что-то одно, или богатый, или лосось, правильно? Кстати, здесь есть предсказание, вот, ты можешь узнать свою судьбу, то есть не нужно вот эти диджитализированные штуки, берешь олдскульное китайское печенье и узнаешь судьбу свою. Китайское печенье, скажи, оно было сделано до или во время? Прям в разгар пандемии. А почему оно так упаковано? Это из Уханя тебе подарок. Потом начнется. Бортнику Кирилловича съел печенье, и началась там восьмая волна. Волна пандемии. Так, значит, вот. Ты скажи, а то, что оператор все время жжет, это как бы задумано так это? Ты знаешь, как в передачах этих юмористических, когда за кадром все время смех? Ты не знаешь. Андрей Лесневский — официальный смех всех бизнес-каналов, понимаешь? Он ржет, потому что
потому что это его работа, за это вообще доплачивают. Mm-hmm. То есть, ему, знаете, Андрей, съемочка нужна, и ржать надо. Смотри, да, плюс 20%. Ты помнишь, Саша Шверк, он всегда, вот у него смех всегда, да, смех его всегда делал любую нашу с тобой шутку смешнее. Да, смотри, вот эта штука как-то работает, не нужны тарелки, давай попробуем разобраться. Ты суши вообще ешь? Да. Нормально? Mm-hmm. А еще и хорошие суши. Давай попробуем разобраться, как эта штуковина раскрывается без проблем. Монтаж, видимо, придется какой-то сделать. Это мой тест на IQ. Я его провалил. Мы вернемся к этому. Вадим, вот пока мы открываем прекрасные роллы, объясни мне, пожалуйста, что это происходит такое? Нет, ну это на самом деле хочется делать, знаешь, государственные ивенты. Детский утренник, нет, государственные ивенты более такими более живыми. На корпоративы, более, да? Не, по-моему, это классно, знаешь, когда люди, которые действительно, ну мы же ищем других людей, которые более знаешь, которые не консервативные, не закостенелые, а которые наоборот современные, быстро мыслят, быстро меняются, готовы внедрять изменения, поэтому для них, ну то есть хочется показать, что мы немножко другие. Но потом этот огонь куда уехал? В мусорник? Нет, ну, знаешь, помнишь вот эти пожары в Австралии? Кошмар, какая плохая шутка. Так, слушай, наверное, я заказал нечетное количество роллов. Давай покажем, подожди, у нас тут сразу есть, сразу видно голодный сотрудник министерства. Как тебе? Это Гункан. Кункан? Гункан. Гункан? Гункан, так называется этот тип роллов. Суши, я не знаю, короче, это гункан. В наше время гунканов не было, были только сэндвичи. Поэтому мы делали... Раньше мамонты были вкуснее. Смотри. Скажи, а вот как, что это за формат такой? Ты либо пожрать на камеру. Да. У нас кулинарный канал, смотрите, друзья. Мы понимаем, что один из самых популярных продуктов в мире – это пицца и суши. Да. Вот, поэтому мы заказали суши, чтобы поставить место для пиццы. У нас пицца потом будет просто. А, еще и пицца да, будет? Да. Можно распаковывать? Да, можно. Знаешь, это может канал про распаковку? Да, это обзор доставок. Такой есть сейчас формат популярный. Опа! Это сладкое. Они офигенные. Ну вот, я не знаю, ты заметил, что на рынке суши есть два, во-первых, формата. Это обычные вот эти вот, знаешь, такие слепленные из там, остатков каких-то риса, такие суши, где рыбы там вот 3 сантиметра в длину. Есть премиальные суши. Вот «Богатый лосось» – это ребята с премиальными сушами. Мы сейчас им делаем франшизу. Угу. И они красавчики. Я всегда их заказываю, кстати, в офис. А что такое мы делаем франшизу? Можно ли подробнее об этом, да? Можно я сейчас? Вообще, а что такое франшиза? Тебе надо посмотреть мой курс, на котором рассказываю. Это как бы платный курс, там я рассказываю. Непонятное дело. И книга. И книгу надо прочитать. Слушай, ну не знаю. Мы же с тобой на теме франчайзинга вообще познакомились. Ну, на познакомились, ты же вряд ли бы пришел ко мне просто так. А потом ты меня стал приглашать на как звезду шоу какого-то. Есть еду. Это когда было? Это 13-й год, да? Мы уже вспоминали как-то с тобой. Год 13-й или 12-й. Да, где-то так. Ты вот тут, еще не было, наверное, моноколеса. Там на Мерседесе просто приехал, да? Mm-hmm. Вот, и зашел сюда такой... Ну, зашел, ноги... отдал ключи и говорю, франшизу мне. Ключи от Мерседеса. Вот так мой появился первый Мерседес. И, значит, я писал об этом в книге. Я как раз год назад на карантине сел, написал книжку. Там есть история с тобой. Как раз вот... Да. Книжки. Книжки есть. А тебе пишут книги. Обо мне пишут книги. В книге, давайте так.
И, значит, как это было? Это был вечер, ты пришел с Сашей Шверком. Вам надо знать Сашу Шверка. Это человек, который смеется примерно 90% своего времени. И шутит, и смеется. И над своими шутками, и над вообще любыми другими. И над смешными. Он усмешняет. Знаешь, в сериалах, чтобы усмешнить, нужно включить закадровый смех. Вот Саша автоматически усмешняет все. Да. Знаешь, это говорит Изя, когда тебя нет, они о тебе плохо говорят. Ну, когда меня нет, пусть они меня даже побьют. Да. Вот это как это мы про Сашу так. Вот, нет, Саша классный. Так вот, дело не в этом. Вы пришли с Сашей. Ну, просто я как бы подвожу к финалу истории. Это я. То есть он громкий чувак. Да, и ты как бы не был тихим. И в кабинете была только Яна, моя жена, сидела одиноко там за компьютером. Мы с тобой зашли с Сашей в переговорную. И, значит, все, что происходило дальше, со слов Яны. Периодически... громкий вот этот вот хохот, какие-то там стуки, что-то происходит, ну вот, ну, нетипичные переговоры. И в какой-то момент она даже подумала, надо зайти и как бы, ну, помочь, наверное, спасти меня от вас. Я не знаю, она не понимала, что происходит, у нас не было таких клиентов до этого. Я тоже это примерно так же запомнил. Мы, по-моему, ржали с того, как вы рассказывали, что вы пакуете свой хлеб в мусорные пакеты. Ну, вот это вся знаменитая история. Ну, это как мы начинали, да. Это вы так начали. С подвалов, тяжелое детство, коммуналки. Вот. И вот это история нашего знакомства. Потом появилась франшиза Freshline. На пике сколько было точек? 50. Подожди, 55. Ты же мне рассказывал историю. 55. Или 55 открытых, да? Я стараюсь приуменьшать достижения. Ну и сложно объяснить, смотри, почему с 50 там стало там 20, легче объяснить, чем с 55, знаешь. Вот это, тут сейчас. А еще 5 где? Да, делай. Сейчас 20? Ну, где-то так, я аж не... Ну, ты все еще фаундер, ты как кофаундер? Ну, как основатель, да. Но не, типа, не... Ну, вот не занимаюсь операционным управлением, понятное дело. На чем, на что живешь? Бабушка пенсию получает. Давайте немножко для тех, кто Вадик это может не знает. Вадим, в смысле? Предприниматель. Ну, есть кто для двух человек. Вадим предприниматель, долгое время развивал сеть Freshline, сеть сэндвич-баров. И летом, по-моему, да, прошлого года бросил все и пошел в Минцифры, переехал в Киев, работает сейчас в команде Миши Федорова и является директором по что там, цифровизации регионов, да? Да. Директором директората. Вот. Это ужасно звучит. Знаешь, директор директората, это вот как бы ощущение, что ты где-то находишься в середине Советского Союза, маршируют какие-то люди, бетонные сооружения. Но это одна версия, а вторая, директората, это как бактерия какая-то звучит. Бактериата. Да-да-да. Ты там главная бактерия. Не, ну как бы, конечно, с названиями всей этой... Такое себе, да? Ну, просто я смотрю, что делает Минцифра, это как бы, знаешь, как некое исключение. Там другие люди, там другое, ну, другой подход, мы же работаем в режиме стартапа. Ну, то есть у нас мы придумаем, ну, то есть и что-то придумывается, и оно сразу реализовывается быстро, и потом как бы докручивается все остальное. То есть это очень, очень ориентированная на быстрые результаты команда, и нагрузка внутренняя, психологическая, там, временная, ресурсная, она совершенно другая. Глаз не дергается? Ну, смотри, мы с тобой встретились в пятницу. То есть я сейчас вот закончится интервью, ну и как бы я вот тут и умру. Досмотрите до конца. Смотреть до конца. Не, ну это, на самом деле, это кайф. Знаешь, когда... Вот знаешь, есть такое понятие синергия. Ты когда в каком-то деле с малой группой людей, в которой ты... Ну, то есть, это было похоже на Freshline вот в первые годы. Да. Это вот, да, вот, вот режим такого... Но только в отличие от создания Freshline, ты работаешь с огромными системами, с огромными массивами людей. То есть ты делаешь какую-то штуку, которую ты понимаешь, ты 2 месяца там не спишь, да, ты делаешь все возможное на пределе ресурсов и коммуникационных. Ты можешь себе представить, что мне не хватает коммуникационных способностей иногда, да, то есть тебе нужно людей вовлечь, тебе нужно убедить, тебе нужно, ну, то есть показать ценность этого, ну, да, того, что... Ну, идут в ход уже кулаки там. Только в мою сторону. А я видел фотографию с Кличко, кстати. Там я даже не дергался. Ты скажи мне, с Freshline тоже... Пошла любовь, да?
Что? Ну, к бизнесу, я имею в виду, потерялась. Нет, смотри, вот в бизнесе ощущение. Просто такая штука, ты когда, вот представь себе, работает какой-то там, да, а ты там открываешь ресторан. Приятно, но кстати, по большому счету, если не будет там твоего ресторана, то там будет другой ресторан. Ну, то есть, словно, это как бы достаточно с точки зрения той ценности, которую ты даешь миру, mm-hmm. она есть, но она как бы, ну, достаточно заменяема. А вот в той штуке, которую делаем мы, вот я сейчас живу с ощущением, что как бы мне не было тяжело, я не могу, ну, то есть, это невозможно бросить, потому что я понимаю, что, ну, если не я, то а кто? Подожди, ты же сказал на год, да? Это да, когда, нет, летом или когда? Не, ну это вот на этот год, на этот год. А. То есть я в конце следующего, в конце этого года буду дальше смотреть на свои результаты, на то, как я себя ощущаю в этом месте. Это президенты понимать... всегда говорят, ну я, конечно, на один срок, но там посмотрю на результаты, может, еще на 8 останется. Не, ну тут... Ну и что, по службе там хвалят тебя руководство? Смотри, тут не вопрос, хвалят ли меня руководство, тут вопрос, сделал я что-то или нет. Сделал ты что-то? Я думаю, я что-то сделал. Давай сейчас Миша попросил узнать вообще, как дела? А, так это, вот, собственно, это отчет за... Отчетный период, да. Не-не, у нас готов, ну, у нас есть дэшборд. Да, серьезно? Да, у Михаила, который, он в любой момент заходит. То есть вы стикеры на флипчарты не вешаете? Не, просто смотрит все результаты по всем направлениям, по которым есть, на каком статусе проект. А можешь показать, что там? Ну, ты когда Мишу позовешь, он у тебя зайдет, мой дэшборд. У меня тут перестанет Wi-Fi работать, думаю. Не, ну, он просто как бы есть, это же вопрос, важный вопрос. Миша выстраивает менеджмент такой, какой он должен быть. Мишу хоть покажем. Вот да. Миша. Вот Вадик. Я не знаю, что ты Михаил Альбертович, а Миша вдруг начал называть. Не, ну на самом деле, самое главное сфокусированность на цели и, ну, как бы простроенная структура и правильно работающая команда по цели. И вот это в этом смысле министерство, оно вот прям построено как бы бизнес-подходы в управлении. То есть в этом смысле это мне прям настолько близко, потому что, ну, как бы ты же знаешь, как мы строили компанию свою. Хлеб в мусорные пакеты заворачивали. Что вы заворачиваете в мусорные пакеты в Минцифре? Хочется спросить. Давай. Ну что ты со своим хлебом? Ну конечно, когда я открывал. Ну смотри, посмотри на себя, какой ты был худой. Помнишь? Этот ролик знаменитый. Да, это классный ролик. Вот ты, кстати, вот ты реально не изменился. Я тебе уже говорил это. Вот ты точно такой же, как здесь. А я, конечно, во-первых, у меня волос стало на лице побольше. Наконец-то отросли. Вот, но это забавно было. Это сюжет Фрешлайне, 2013 год, если не ошибаюсь, или 14-й. Ну, вот mm-hmm. прям самое-самое начало пути у тебя, наверное, ресторанов там 15-17, вот что-то такое. Самое начало. Как сейчас. Снова. Вот, мы едем просто по... Это блокбастер, да, в Киеве. Там у тебя была первая кафешка. Она еще называлась, по-моему, Панефреско, а не Фрешлайн. Ну, в принципе, ассортимент был такой же. Что-то мы там обсуждали, ну, забавно было. Это 7-8 лет назад. Угу. То, что у вас получилось построить тогда, ну, одно из самых больших, наверное, в моменте каком-то, да, сети общественного питания Украины. Ну, вы, по-моему, там Макдоналдс так и не обогнали, даже в пике. Ну, в целом, все сегменте там быстрого питания были одной из самых больших. Это где было? Где-то в 2016-17. В Украине. Угу. В Украине, да. Где в Украине. А потом пошел вот такой вот как бы спад. С чем это связано? Это вот связано с тем, что ты перестал больше там времени. Ну, уделять. Смотри, если уже делать работу над ошибками, то было несколько ошибок. Компания, когда разрастается, она становится менее поворотливой. Угу. Расстояние между собственником и клиентом увеличивается. Ну, то есть уже появляются как бы структуры бизнес-процесса. И получается, что на самом деле масштаб компании с точки зрения там, да, ну, сильной команды, да, которую можно там собрать, мы немножко не дотянули до того момента, когда уже можно перерасти в структуру, но при этом уже потеряли вот этот кайф, ну, вот этот стартапность, которая угу. у нас была. И много начали фокусироваться на... Короче, нужно было больше уделять внимание продукту и клиенту. Угу. И, ребята, записывайте, вот. А то в Минцифре будете работать за 10 тысяч гривен. Или сколько там у тебя? У меня мотивация внутренняя на...
на славу и на признание и на уважение. То есть для меня очень важно внешнее, насколько я нравлюсь людям. Но это я уже потом, работая, знаешь, там, с психологом, я начал понимать вообще, а зачем? Знаешь, каждый собственник, он же строит бизнес. Говорите, пожалуйста, в комментариях, Вадима. Он же строит бизнес для чего-то. Да? Кто-то строит для славы, кто-то для власти, кто-то для денег. Для денег, например, да. Кто-то для того, чтобы просто создавать что-то новое. Кто-то... Не знает бы для чего. Просто работает. Ну, и это очень разные подходы. То есть тот человек, который строит ради того, чтобы создавать что-то новое, он построил, ему стало неинтересно, он развернулся, пошел дальше. И оно там как-то... То есть и тут вот момент, в нужный момент, чтобы подхватил это кто-то. У меня создание чего-то нового и слава. И вопрос в том, что когда компания стала достаточно большой, чтобы я получил... Моя слава была... Когда я получил славу, а дальше, ну, собственно... Внутренняя мотивация... Спасибо за внимание, да? Да, да. Внутренняя мотивация стала намного меньше, а тут, когда ты совсем горишь, ну, то есть, это одна история. Ну, и, соответственно, я начал немножко меньше уделять внимания, и, как бы, наверное, это в том числе повлияло на... Плюс, конечно, какие-то вещи... Слишком быстрый рост. Ну, то есть, это многие об этом говорят, но было увлечение новыми открытиями, да, то есть, ты когда занимаешься все время ростом, ты утрачиваешь момент, когда меняется бизнес-модель, ну, внутри, когда рынок уже поменялся, то есть, когда начали появляться уже другие форматы, открываться кофейни, то есть, выросла сильная конкуренция на рынке. Вы в кофейнях нашли для себя угрозу? Нет, ну, не только в кофейнях, ну, то есть, на самом деле, ну, сравнить рынок общественного питания, который есть сейчас, и тот, который был 10 лет назад, сложно. Ну, то есть по количеству, по качеству продуктов. По скорости, да, там, доставка сейчас. По скорости, по упаковке, по интерьерам, по сервису. Ребята, кстати, быстро доставляют, между прочим, там, 40 минут максимум. Да, я вот не успел сесть, уже сразу. Уже увезли. Да, ну и естественно... За посуду заехали. Да, в этот момент нужно было заниматься тем, что совершенствовать саму бизнес-модель, бизнес-продукт и так далее. Вот где-то... А что для этого нужно? Общаться типа, нет, с клиентами? Ну, да? Ну, нужно этим заниматься, этим заниматься в первую очередь, а не открытиями и публичными выступлениями, которых было у меня очень много. Это помогает развитию франшизы, это помогает расширению сети, но когда была упущена стратегическая точка, надо было заниматься... тем, чтобы в самой точке, я это понял только где-то 2 года назад, как раз тогда появился партнер, который я долго искал, uh-huh. который бы занялся операционкой непосредственно. Знаешь, то есть, когда за предпринимателем должен быть тыл, да, должен с ним рядом быть человек, директор, который... Да, SEO, да, который SEO, который очень хорошо разбирается в продукте, в процессах и любит все докручивать и делать этот продукт, делать продукт идеальным. То есть нужно в чем-то быть лучшим в мире. Но вот этот момент был упущен, и когда сеть большая, людей много, процессов много, и... Было такое ощущение у тебя, вот, то есть на самом деле, я тебе скажу, нет, оно вообще не было. Я начал строить системы, я люблю строить системы. Ну, то есть, я начал выстраивать системы управления, менеджмента и так далее. А в тот момент нужно было не систему строить, ну, и систему строить, и в то же время непосредственно по клиентскому опыту идти. То есть, нужно было смотреть, ну, нужно было жить в самом заведении, и оттачивать, ну это же бизнес маленьких улучшений. Ты хочешь чизкейк или что-то, ломишься, стучишься, да. Пожалуйста. Ну это если тебе... работа над ошибками. На самом деле ничего как бы супер плохого не произошло. Слушай, это ценный совет, ребята. Мы сейчас тоже переживаем быстрый рост, у нас тоже растет команда. Я все еще не могу сказать, что я оторван от клиентов, я провожу встречи. Ты кайфуешь? Меня это драйвит. То есть мы сейчас, вот ты сказал режим стартапа, я чувствую, хотя мы 18 год или 19. Если вы 18 год в режиме стартапа, то надо что-то менять. Этот режим начался, я скажу тебе, когда. Он начался в 2019, когда я понял, что ютубчик, конечно... Вот это вот все прекрасно, да, и вот где мы сейчас находимся, и благодаря зрителям, конечно, мы многое чего там, я реализовал свою потребность в славе. Меня знаешь, кто сейчас узнает? Типаж людей. Значит, сначала я задумался о том, кто наш зритель, когда чувак на заправке мне скручивал буррито, разогревал буррито, он даже не скручивал, он просто взял, разогрел, он сказал: «French TV, я вас смотрю». Я говорю: «Ну, класс, наверное, хотите стать предпринимателем?» «Да нет, я просто вот смотрю». Окей. А потом вот недавно я менял
значит, резину. В маске узнают. На заправке я там что-то оплачивал за бензин, чувак подошел. Слышишь, у меня киоски, значит, какую франшизу мне для киоска купить? Ну, то есть вот такое. Знаешь, еще что хочу сказать? Это на самом деле нормально. Да, так это я к чему? Ютубчик хорошо, но вот я, да, стартап все еще есть у нас. Когда компания выросла, вот одна из ошибок, над которой она, надо было быстрее ее сокращать. Ну, то есть, это нормальная ситуация, когда ты расширился, о, посмотрел, вот тут идет, и тут не идет, и оптимизировался, подужался до нужного состояния. Мы это сделали, условно, только там... Подужался в смысле людей? Количество точек, людей, процессов, и сделал более, ну, то есть, более компактный бизнес, ну, то есть, в какой-то момент ты его раздуваешь, потом делаешь его компактнее, это тоже нормальная ситуация, но вопрос, просто нужно было чуть быстрее принимать решение, там, открыли 55, да, посмотрели, там, вот это идет, это не идет, да, там, вот здесь оставили, там, 25 самых успешных, и продолжили дальше работать. Сократили, оптимизировали процессы и дальше работаем над клиентом, над клиентом. А была у вас история, как из там... Просто это произошло, но произошло позже. И, собственно, то, что происходит, как я понимаю сейчас во Freshline, это, ну, это как раз продукт, там, работа над продуктом, работа над тем, чтобы там было классно, в, уже в маленьком компактном масштабе. То есть Freshline снова вернулся в режим стартапа. Помнишь вот эту вот историю? Мы здесь, в этой студии, 4 года назад делали битву фастфудов. Когда вы были в самом расцвете своих бизнес-сил, сети были максимально надутые, как мы теперь уже выяснили, у Лёши Попова крыла и у тебя Freshline. Классный был проект. Мы там разыгрывали годовой запас еды и, по-моему, в итоге победили, так как вы оба победили, там, ну, действительно равные были оценки жюри и зрителей, там оба человека кушали год. Кушали ли, я не знаю. Ну, не помню. Не помню. Вроде кушали. Не видел я его больше, один раз покушал. Сказал, вы за бесплатной едой, вам вот этот сэндвич. Я отказываюсь. Вот Дима Борисов, кстати, подъехал. А у тебя есть какие-то зашкварные истории, которые ты никому не рассказывал? Нет. А те, которые рассказывал? Не было, у меня есть одна. Я тебе расскажу сейчас. Про меня? Да, да, да. Нет, с тобой связано, кстати. Мама звонит. Телефон. Мама звонит, чувствует, Вадим где-то рядом и смеется. Мы, когда готовились к битве фастфудов, мы с Лешей придумали выехать в лес и порастреливать сэндвичи твои. То есть мы купили, он купил сэндвичи Freshline, там, вот с такой торбой приехал, расстрельных сэндвичей. Это, ну, смотри, в тот год, кстати, было Freshline нормально, потому что хоть кто-то купил сэндвичи. Да, мне стыдно за эту историю, если честно. Во-первых, она не экологичная, про какой-то испорчу продуктов абсолютно свежих и вкусных. Вот. И, но это на самом деле не, это только часть зашквара. Да, вот Леша сейчас будет втыкать в землю. Ну, мы там. Мы трезвые, кстати, были абсолютно вообще ни под чем. Вот. Как ты, кстати, отреагировал на эту историю? Ну, смотри, мы еще с Лешей этот вопрос не закрыли. У меня записано там все. Надо расстрелять. Спасибо, что напомнил, кстати. Ты успей зайти в последнее крыло, чтобы купить там продукт. Вот. Это, значит, знаешь, это как это, последний человек в стране без цифровых документов, да? А то, что я это придумал все и подбил Лешу. Короче, мы взяли всякие вот эти петарды, какие-то гранаты, ну, не настоящие, конечно, эти вот из магазина всяких спецэффектов. Слушай, много прикольных штук, да, делали? Да, так я не про это. В общем, у нас была в конце ракета. То есть мы там использовали все. Мы взрывали гранатой. Мы стреляли из пистолета. Ну, а вот, видишь, Дина и самое. А этого не было в эфире, по-моему. А было, все было. В конце мы на финал истории оставили фейерверк. То есть мы привязали твои сэндвичи, несчастные, оставшиеся к такой ракете. Давай слово несчастные не применять. Но они были уже, они посмотрели, что происходит с их собратьями, они реально были несчастные. Это как бы отряд самоубийц, знаешь, такой есть фильм.
Вот, значит, мы эту ракету облепили сэндвичами. Тебе больно? Какой ужас. Скажи. Ну, еще раз, мне, конечно, стыдно за это все. Так вот, прилепили, поставили. Поставили, значит, ракету, воткнули в песок ее. Ты о ракете подумай. Вот ракета с сэндвичами. Воткнули и надеялись, что она взлетит вверх. И, там и нахер все разорвет, все сэндвичи, и мы снимем какой-то красивый фейерверк. Ну, подожгли и отбежали, естественно. И в последний момент ракета падает на землю. И мы думаем, ну, наверное, она затухла. Но нихера, она вот это проехала по земле. А это было лето. Температура примерно там 30 градусов, может больше. И сначала мы не понимаем, но видим, что все начинает загораться. А это такая огромная поляна. Ага. И трава, как ты знаешь, горит достаточно быстро. Она не сухая была, но она была такая. Температура... То есть все-таки вот они, откуда эти австралийские пожары. Ты знаешь, ты же не понимаешь последствий в моменте. Ты понимаешь, что вот у меня был мотив бежать туда и тушить. У нас как бы под рукой ничего не было, только мы. Мы с Лешей подбегаем. Начинаем топтать это все, но это неэффективно вообще, тушить пожары хлопками ног, и можно вот просто рядом похлопать, снять на видео, чтобы тебе было, что в суде предъявить и так далее. Вот, и мы начинаем это, значит, все топтать, видим, что, последствия, то есть он разгорается быстрее, чем мы там тушим, и тут подбегает сзади, а кто-то там еще кричит, да типа, текаем, а я понимаю, будет беда. И подбегает сзади этот водитель, который нас туда привез, снабдил всеми стреляющими штуками, с огнетушителем. И мы, значит, тушим, Леша срывает это все, тушит, и в целом ситуация начинает исправляться, потому что, эффективнее работает, чем ноги. И, значит, почти, еще чуть оставалось, и он заканчивается. Мы, значит, выкидываем нахрен этот огнетушитель и продолжаем уже ногами. Ну и в какой-то момент все-таки мы затушили, но вот потом вот это, значит, мы с Лешей потом сели в машину, поехали уже в Киев, уже полностью там все было затушено, мы убедились. И мы думаем, вот если бы мы, например, там на секунду или там на 10 секунд позже начали что-то делать, могла бы быть там большая, большая история. И вот за это, конечно, и стыдно, и страшно, на самом деле. Вот зашкварная такая история. Когда у нас будут камеры, как в Китае, которые лица распознавают? Да, они уже есть, эти камеры, на самом деле, сейчас, да, во многих городах уже есть, и их на это, сейчас вопрос... Не, лица распознают, которые, вот я когда снимал Бахматова... Камеры распознают все, лица, номера и так далее, да, и есть платформы, которые это все обрабатывают, там важный вопрос защиты персональных данных, то есть, чтобы твое лицо, хорошие камеры, сейчас они твое лицо замыливают к этому онлайне, то есть, ты можешь наблюдать за перекрестком, по которому идут люди... Ты можешь видеть всю ситуацию, но конкретные лица замыленные, то есть, чтобы не было передачи персональных данных. Угу. Смотри, это управление городом на основе данных. Это как ты, например, просто пример тебе берешь у мобильного оператора карту тепловую движения города, людей по городу, угу. Берешь транспортную карту. И смотришь, а вообще транспорт, не просто смотришь, а когда ты при помощи определенной платформы обрабатываешь, понимаешь, что маршруты, чтобы людям было удобно, должны быть простроены не так, а вот так. Uh-huh. То есть это там умные светофоры, это которые убирают пробки. Какой самый умный город в мире? Самый умный город в мире? У вас есть какой-то референс? Тель-Авив, но... Нет, давай так, кроме каких-то исторических родин. Самый, смотри, очень сильно развит. Вы там смотрите вообще? Смотри, Амстердам, Барселона. Я ездил по США в поездку по городам смарт-сити, то есть там Чикаго, Денвер. Там в каждом из этих городов там есть какие-то свои особенные штуки, там в каком городе есть что. Самое такое прикольное, что тебя впечатлило, что ты... Знаешь, что меня впечатлило? В Барселоне супер там развито все, смарт-сити и так далее. И стоит рядом два столба. И на одном столбе свет, а на другом столбе все остальные датчики, которые там меряют температуру, там все. И я такой, и нам ведут, показывают, там объясняют все. Я говорю, а что два столба стоит? Что на один столб нельзя было повесить? А это же не отвечает. Они смогли два департамента в горсовете договориться. Я понимаю, что проблемы такие же точно. 100%. Хорошо. Слушай, у нас же на самом деле с тобой... Что-то вроде продолжения нашего сериала «Люди в худи». Мы снимали его в 2019 году, не кусочки 2020. Нет, вру. Когда мы его снимали? В 2019?
2019 году мы снимали «Люди в худи», как раз про ребят, которые ушли из бизнеса в политику. Там был Дубилет, который потом вернулся, там был Давид Арахамия и так далее. А у тебя как раз мы не успели снять, вот получается. Успеваем. Я там всем вопрос один и тот же задавал про поезд. Ну, вот, интересно твое мнение. Помнишь этот вопрос? Mm-hmm. Смотри. Ты машинист поезда, который потерял управление, и ты несешься вперед. Впереди на рельсах 5 человек. У тебя есть возможность там дернуть какой-то рычаг, перевести стрелки и перейти на другой путь. Там один человек, например, маленькая девочка. Как ты поступишь? Ты будешь использовать эту возможность или нет? Смотри, здесь вообще очень сложный вопрос. Этический парадокс. Да, очень сложный этический вопрос. Я считаю, что жизнь каждого... Все ответили, включая Мишу. Жизнь каждого человека – это ценность. Но ты как, ну, то есть, когда идешь, ну, то есть, принимать сложные решения – это, наверное, часть вообще управления, особенно когда ты речь идет о таких вещах, как государство, то тяжелые решения кому-то тоже нужно принимать. Так, и как бы ты поступил в этой ситуации? Не съезжай. Дай мне время до следующего интервью, я приму решение. Знаешь, тут есть, смотри, у меня же есть продолжение этого вопроса. А теперь представь себе, когда едет поезд... Сразу видно человека из Тель-Авива. Нет, смотри, когда тебе надо то же самое сделать, но тебе, чтобы остановить поезд, ты стоишь на мосту, рядом стоит тоже с тобой человек, едет поезд, ты видишь, что там есть 5 человек, да, на которых едет поезд, тебе надо одного сбросить с моста для того, чтобы остановить поезд. И вот тут, то есть если в первом случае все говорят, да, как бы одна жизнь, и я переключу... Меньше, чем 5, да? Да, меньше, чем 5, и я стрелку переключу. А когда задают тот же самый вопрос, а сбросишь ли ты человека с моста туда, конкретного, то как бы все отвечают, нет, не сброшу. Поэтому это же вопрос тоже того, как... Вопрос постановки вопроса. Ладно, но, ну хорошо. Но я считаю, что жизнь одного человека, как бы как для государства, это как раз одна из, наверное, важных вещей, которые там есть в, там, назовем это там, в европейской культуре, да, когда жизнь одного человека, она важнее, чем все остальное. То есть я смотрю, знаешь, когда в израильской армии за одного солдата выменяла 500 человек. И ты понимаешь, что, ну, на самом деле это сигнал. То есть это сигнал к тому, что в больницах, неважно, сколько лет человеку, за его жизнь будут бороться, сколько бы это денег не стоило и так далее. Ну и вот эти вещи, они поставить человека в центр общества, вот это вот, это то, что нам нужно поменять, ну, то есть то, что нужно поменять в головах у себя, что в первую очередь человек, а потом уже все остальное. Каждый конкретный, один человек. Это ж оттуда вытекает вся история про право быть не таким, да, право быть другим, про политические, там, про меньшинство, про право человека там выбирать свою жизнь, и другие это принимают во всех случаях, кроме когда это, ну, там, вредит им незакон, ну да, это нарушает закон и им не вредит. Поэтому, ну, то есть, вот это вот вопрос. То есть у нас общество к этому не готово, но вот это один, опять же, готов, ну, потихонечку к этому общество идет. Есть окно возможностей. Вот такое, как сейчас, возможности в цифровизации, цифровой трансформации, ее не будет. Ну, то есть есть поддержка, есть Миша с сумасшедшей командой, есть поддержка в парламенте президента и премьера, и, знаешь, можно что-то поменять. Ну, так не будет всегда. Ну, то есть, вот будет вот сейчас кусочек, в котором так может быть. И чем мы больше успеем в это сделать, ну, то есть, спать – это странно в это время, знаешь. Ребята, если есть окно возможности, вам кажется, не спите. Нет, а, кстати, в бизнесе тоже. Вот мой папа, кстати, он мне когда-то мне говорил, он, знаешь, говорит, когда у человека, ну, там, в каком-то бизнесе прет, то ему кажется, что так будет всегда. Это иллюзия. Ну, то есть, да. Есть окно возможностей, и это окно возможностей надо полностью отрабатывать. Ну, то есть, ты вначале там учишься, тренируешься, развиваешься, обращаешь, да, то есть, ты как бы, когда пойдет дождь, ты, чтобы ты стоял не с ладошками, вот так, а с тазичками, да. Но вопрос, когда пойдет дождь, когда пойдет дождь, надо с тазиком стоять, ну, по крайней мере, пока он не наполнится, потому что дождик может и закончиться. Приятного тебе аппетита, хоть покормим тебя. Mm-hmm. А то вот это в вашей кабминовской столовочке, там что, картошечка, наверное, да, с салом.
и борщ с помпушками, правильно? А тут хоть здоровая натуральная еда. От кого? Правильно, от богатого лосося. Это я тренируюсь, как я буду делать платные интеграции. Нормально вообще? Мы еще разрешение спросили, можно массер порекламировать? Да. Ну, это наш клиент, мы же как бы делаем франшизу, мы же не знаем. А вы когда спрашивали разрешение, у вас счет, да, какой-то есть? Да, оттуда сразу списывается. Не, у нас ничего, я заплатил 1700 грин, между прочим. Не дешевые суши, это премиальные ну, суши. Кстати. Так что ты наедайся, а то ты такое не скоро попробуешь с вашей зарплатой. Да. Вы заказываете, кстати, в кабину это Глова, ракету, нет? Я на Глова только и живу. И они на тебя молятся, когда они что-то тоже хотят. Они, кстати, в Амстердам недавно вышли. Возить будут. А, не Глова, извините, это я с ракетой перепутал. Ракета вышла. Ну, это украинская компания. Глова ж это ж... Испанская. Испанская? А Болт это вообще ваши, ребята. Эстонцы? Да. Эстонцы, да, из Тель-Авива. Так. Знаешь, как это ты, когда эстонец построил себе дом? Так. Он умер от старости. Однокомнатный. Извините. Его спрашивают, что я несу. А чего однокомнатный? Он говорит, ну, меньше не имело смысла. А сколько у тебя зрителей? Один меньше не имело смысла? И тот я. Не, мама. Ты же говорил, вот она и звонила. Собственно. Вот звонила. Классная сборника, вообще огонь. Этот, хочешь? Слушай, мы так с тобой ни печеньки не раскрыли. Давай. Мне кажется, это просто неуважение. Маски давай наденем. Да не надо, у нас... Ты, кстати, болел? Да. А, ну все. Я нет. Серьезно? Андрей болел. Так, смотри. Бывают минуты, за которые можно отдать месяцы и годы. Вот это, кстати, про окно возможностей, мне кажется. Можливо, вас чекає поїздка або подорож. В студию French TV. Тебе надо открыть еще в кабмине. Ну, нормально. Но у меня лучше, мне кажется. Вот мне прям хочется, чтобы запомнить это. Бывают минуты, за которые можно отдать месяцы и годы. Были у тебя такие минуты? Какое у тебя самое яркое воспоминание, там, не знаю, с детства, может быть, что-то такое? Я помню, знаешь, я думаю, вот когда я у меня такая, думаю, как бы пришел, такая маленькая сеть была у меня, и думаю, приду сейчас, как сделаю большую, и вот зашел на франч. Слушай, как хорошо, что у нас все понимают, что нужно поддерживать, рекламировать друг друга. Вот мы богатого лосося, ты нас постоянно, да? Говоришь, что мы лучшие, лучшие. Мне кажется, нужно... Ты же выступаешь сейчас. Скажи, что в Украине первый цифровой паспорт в мире появился. Да, вот, кстати, первый паспорт появился в Украине. Можно быстрее всего в мире зарегистрировать фирму. Можно зарегистрировать фирму. Я, кстати, ФОП зарегистрировал на прошлом карантине. Просто за 2 дня я охренел. За 2 дня? Ну, или за 3. Ну, сколько там? В смысле, 15 минут. Ну, нет, зарегистрировал-то я за 15 минут. А, ну смотри, это же вопрос с твоим уже дальше способностям. А на карантине ты все время... Не получалось. 15 минут, но через там пару дней пришло уже письмо вроде бы, что-то такое. Ну, мне кажется, в мае так было. Ну, короче, я все равно офигел, то есть нам нужно было. Может быть, за день, хрен его знает, но быстро. Хорошо, вопросы из зала, пожалуйста. В ДИИ декларируется сверхзадача, как выборы президента в приложении, прямо там в ближайшем будущем. Рядовой комментатор в Ютубе напишет, что, ну понятно, у кого сервера, тот и выберет. Да. Смотри, ну сейчас вообще про выборы не... Давайте не будем говорить про выборы. Не, речь не идет. Задача сделать так, чтобы 100% услуг, которые... Сделать так, чтобы государство превратилось в место, где предоставляются услуги. По сути, ты от государства получаешь услугу. Там, регистрируешь ребенка, там, не знаю, записываешься в садик, там, ну и так далее. И вот все услуги должны быть, по сути, у тебя в телефоне или в компьютере. Вот и все. То есть государство должно стать для тебя сервисом. Вот это основная задача. Ну, то есть, а еду можно будет заказать? Для того, чтобы людям было, для того, чтобы человеку было удобно. Например, я вспоминаю, когда я принял решение, что хочу заниматься цифровизацией, это когда я учился в Киево-Могилянской бизнес-школе, поехал в Эстонию, и
и понял, что там просто два чека, вот так вот, сидя машину друг другу, могут продать, просто, просто находясь в разных частях мира, загрузив приложение, ну, загрузив там договор в телефон, подписав его электронными подписями, зарегистрировав машину, и фактически, и все, и номера зарегистрировались. И я в этот момент думал, вот это круто, такого не может быть, неужели так может быть? И оказывается, что, ну, так может быть, и не просто может быть, так будет. Ну, потому что, ну, в итоге в Дии будут все 100% услуг, которые предоставляет государство. Просто прикол же в другом. Когда государство предоставляет услугу, и она полностью в онлайне, то эта услуга, видно все точки, как она движется. И, соответственно, оттуда прям убирается поле для коррупции. Происходит реинжиниринг, оттуда убираются лишние все действия, все лишние кабинеты. То есть иногда оказывается, когда ты там смотришь на какую-то услугу, чтобы получить какую-то услугу, надо пройти там 10 кабинетов. Голосуйте за Вадима Бортника. А когда ты смотришь реально, сколько нужно, то остается там 3 кабинета, и они в онлайне, и там понятные правила, по которым принимаются эти решения. Ну, то есть, тут вопрос, вопрос не про выбор, а вопрос про то, что, знаете, вот как, например, приложение Privat24. Вот его раньше не было, как-то люди жили. Вот сейчас оно там появилось. Подожди, попробуйте... мое любимое приложение Моно. Или Монобанк. Ну, попробуйте у людей это забрать. Это забрать уже невозможно. И точно так же с Дией, когда люди привыкнут и поймут, как это работает, назад уже никто не сможет откатить. Давай я не только чтобы себе подливал, хотя бы для вида тебе налью. Ну, то есть, это как вы подсаживаете на игру, да? Не, просто, когда ты понимаешь, что такое... Цифровую. Знаешь, я себе представляю, когда где-нибудь... Ты в киберпанк играл? Да. Играл в киберпанк? Когда-то я играл. Да, я играю каждый... В смысле, когда-то, она вышла в декабре. Не, я же играю постоянно, мы же с утра приходим. Почему я в телефоне так долго сижу? В киберпанк там играю. Да. Он же как раз на телефонах вышел. Кто надо, тот поймет. Нормально? Вкусно. Ну скажи, что богато лосось огонь. Огонь. А можно с такой марки? Хочешь быть официальным... пузом бренда богатого лосося. Кстати, ребята, франшиза скоро будет уже. Лосось, ставший богаче на 1700 рублей. Да они, знаешь, сколько зарабатывать можно на этой франшизе? Представляешь, я только заплатил 1700. То есть у них сегодня еще клиенты были, наверное, другие. Да, у них точки есть или пока это... Это Dark Kitchen. Это темная кухня. Там свет не работает. Знаешь, а, то есть это ты просто без... Объясняю человеку из ресторанного бизнеса, что такое Dark Kitchen. Я скучаю за тем карантином, который был в самом начале. Который настоящий был. Сидел охеревший, испугавшийся. Все сидели дома, знаешь. Да, и реально же боялись. Нет, так романтика была, знаешь, была кайфово. Да, мы с Мишей, кстати, в прямом эфире, у меня тогда еще выключили свет, вообще очень лампово было. Ну, не знаю, у меня какой-то остался от этого прям душевный осадок. Ага, у меня тоже. У меня тоже. То есть, вот я, собственно, за этим соскучился и решил выходить в офлайн. Вот в наши времена карантин был... Нашу доцифровую эпоху. Снимали на эти, знаешь, еще, на камеру обскуру. Как у тебя сейчас? Нет, камера обскура, знаешь, что это такое? Ну, которая крутится, да. Нет, это я просто показал. Это я тебя сбил. Это коробка с дыркой. Да. Как придумали фотографию, да? Сначала сделали в коробке дырку, оказывается, она умеет фотографировать. Прикинь, то есть коробка, блин, фотографирует. Давайте сделаем Sony. Если коробка фотографирует, Sony точно умеет. Да. Вот так оно было. Спасибо тебе большое. Друзья, если вам понравилось, значит, напишите, во-первых, надо похвалить Вадима, потому что он любит ласку, славу. А можно не похвалить, а пожелать мне удачи, чтобы я когда через год тут и Рома где-то интервью записывал. Я был живой еще. Да, я бы мог, ну, в крайнем мог похвастаться тем, что вы заметили, что что-то стало лучше. Круто, спасибо.